Король Таиланда поддержал военный переворот в стране. Генерал Прают Чан-оча, который возглавил военный совет, взявший на себя функции правительства, получил официальное одобрение главы страны. Власть короля в Таиланде имеет большое значение, и его признание намного больше, чем пустая формальность. Генерал Прают Чан-оча заявил о захвате власти 22 мая. Он сказал, что армия восстановит порядок в стране, которая охвачена уличными протестами на протяжении последних 7 месяцев. После церемонии в Королевском дворце генерал заявил, что военные готовы применить силу, чтобы положить конец демонстрациям, однако не назвал дату будущих выборов. «Мы будем держать ситуацию под жестким контролем и разберемся с теми, кто нарушает закон», — сказал он. «Или же применим оружие против всех, кто будет протестовать, или же иными способами создавать любые беспорядки». После захвата власти военные взяли под арест десятки политиков, активистов, представителей науки и других общественных деятелей. Лидер антиправительственных выступлений Сутеп Тауксубан был отпущен в понедельник под залог. Ему предъявлены обвинения в попытке организации государственного переворота. Бывший премьер-министр страны Янглак Чиннават фактически находится под домашним арестом под охраной военных. Другим представителям властей и оппозиции предъявлен ряд обвинений, в том числе в государственной измене.